Вот есть существа, на самом деле, которые совершенно, в отличие от нас с вами, двуногих, не задумываются про деньги, не задумываются о том, что хорошо, что плохо. Они живут вот как дышат. Я имею в виду кошек. У нас есть традиция, мы зрителям предлагаем бездомных животных. Она, по-моему, очень некомфортно себя чувствует, да, боится. И да, боится. Недолго да. С нами пробудет. Да, как нет, ее зовут? Муся. Муся. Прижать просто. Прижать. Ладно, я постараюсь ее прижимать. Вот, спасибо. У вас, кстати, были домашние животные когда-нибудь? Я вот смотрю на эту Мусю. Да. Муся. И вспоминаю, когда я пошел в первый класс, угу. Я в нашей коммунальной квартире услышал какие-то странные слова, которые произносила наша соседка. И я вышел, и я увидел котенка, угу. Очень похожего на эту Мусю, угу. С белыми лапками, вот как перчатки, угу. Фартук белый, но его звали Маркиз. Угу. Так моя покойная соседка по коммунальной квартире, значит, величала этого кота. И этот Маркиз, который был главным существом в квартире в нашей коммунальной, и муж этой соседки, он очень крепко пил, очень. Угу. Будучи работником по тем временам таким солидным, он возглавлял секцию телевизоров в ГУМе. Это было по тем временам нечто. КВН-49, маленький экран с линзой. Угу. Вот продавались там эти телевизоры, и он был заведующим секцией. Я не знаю, по какой причине он очень был привязан к спиртному. Иногда был так сильно привязан, что соседка его не впускала в квартиру, и он ночевал прямо перед входом в квартиру на лестничной клетке. Так вот он, глядя на Маркиза, говорил своей жене: вот я умру, мужа ты себе найдешь. А Маркизу отца никогда. И вот прошла жизнь, и вот Муся пришла, успокоилась. Кстати говоря, много-много лет назад, почти 35, мне две очень сильные экстрасенсорно одаренные женщины. Это в Балашихе было, нет? Да. Угу, так. В Болшево. А, Болшево, да, извините, Болшево. Да, Болшево. Болшево, да. Они сказали, что это особые существа. Мистические, да. Саулары, как они их называли, и что потомки сауларов, и что кошки гораздо умнее собак, несравнимо. Но вот судя по Мусе, которая затихла рядом с вами, вижу, не дура. Ну, я думаю, ее шансы возрастают просто с каждой секундой, с каждым вашим словом. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.